пешеходными переходами. Стоящие на остановке трамвай обходите спереди, а троллейбус и автобус сзади. Следующая остановка – улица Молодцова, дом Мебели. Уважаемые пассажиры, во избежание получения травм во время движения вагона держитесь за поручни. Следующая остановка – кинотеатр «Полярный». Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных или бесхозных вещей в подвижном составе, не прикасайтесь к ним, незамедлительно сообщайте водителю. Следующая остановка – Полярная улица. Уважаемые пассажиры, напоминаю вам, что в трамвае ведется видеонаблюдение. В случае совершения акта вандализма и других противоправных действий, видеозапись передается в правоохранительные органы. Улица.
Двери закрываются. Следующая остановка. Проезд Шакальского. Уважаемые пассажиры, при выявлении случаев неправомерного использования персонифицированных льготных карт, карта подлежит изъятию. Нарушитель подвергается административному штрафу в размере 2500 рублей. Информируем вас, что в 2013 году на маршрутах Мосгортранс контролировано изъято более 35 000 социальных карт. Данные карты были использованы в нарушении действующих правил пользования наземным транспортом столицы. Просим вас своевременно осуществлять оплату проезда. Двери закрываются. Следующая остановка – Сухаревская улица. Уважаемые пассажиры, на маршруте номер 17 просим вас входить во все двери трамвая. Оплатить проезд можно на выдаче при входе в любую дверь. Любой билет, в том числе проездные и социальные карты, нужно валидировать в начале поездки при каждом входе в трамвай. Приложите ваш билет к валидатору или пропустите через считывающее устройство валидатора для оплаты проезда. На линии действует контроль. Штраф за неоплаченный проезд составляет 1000 рублей. Сохраняйте ваш билет до конца поездки. Сухаревская улица. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Улица Минжинского, дом 38. Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части городских улиц пользуйтесь наземными и подземными пешеходными переходами. Стоящие на остановке трамвай обходите спереди, а троллейбус и автобус... Мост через Яузу сейчас будет. Минжинского, дом 38. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Станция метро Бабушкинская.
Станция метро Бабушкинская.